Здравствуйте! Сегодня мы распакуем наклонную вытяжку бренда Kata, модель AG4A600GBK. Видим по рисунку на коробке, что вытяжка у нас наклонная. Габаритные размеры коробки 660 мм на 410 на 440 мм. Вес вытяжки без коробки 9 кг 900 грамм, в коробке 11 кг 500 грамм. Серийный номер, страна изготовления и подключение к сети 220 вольт. Давайте откроем вытяжку, посмотрим, как она запакована. Так, открываем. Что нам сразу попадается на глаза? Попадается нам на глаза сразу запакованных два короба. Короба у нас будут черного цвета. Такая интересная матовая краска, такая приятная. Два их телескопические. Сторонку убираем. Далее нам попадается на глаза лепестки обратного клапана, инструкция по монтажу и эксплуатации, монтажные винты. Комплектация богатая, даже дюбеля хорошие. Так, смотрим дальше. Переложена вытяжка у нас. Стекло защищено от коробов уже пенопластом дополнительно. В боковой части пенопласта у нас сразу вложены крепления телескопических коробов. Очень удобно, кстати, реализовано это. Вытяжку тоже также легко доставать из ящика, из коробки вернее. По краям она переложена у нас, опять же, пенопластом, зафиксирована очень жестко. Так, снимаем. Так, сама вытяжка еще дополнительно в упаковочном пакете у нас идет. Снимем его. Так, что мы видим? Черное глянцевое стекло у нас идет, откидной люк, сенсорное управление сразу, логотип Kata сразу бросается в глаза. Светодиодная модульная подсветка, жироулавливатель аккуратненький. Так, смотрим дальше. Диаметр отвода вытяжки у нас идет 150 мм. Лепестки обратного клапана устанавливаются непосредственно в эти пазики. В комплектации идет у нас провод без вилки. Ну, это очень удобно, если вам необходимо нарастить провод. Также направляющие идут, которым будет фиксироваться короб. И в любом случае вы телескопический короб установите ровно. Ну, про более подробные характеристики данной модели мы вам расскажем в следующем видео.